на монеты звезд. Я куплю билеты в лето, в сказку, где все есть. Все, что только хочешь, там цветут цветы и сладкие ночи. Там мои, твои любые мечты. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Стоит только захотеть, можно и звезды. Стоит только захотеть, с неба собрать. Краски. Все твои мечты на острове этом. Может быть, его ты тоже найдешь. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Стоит только захотеть, можно и звезды. Стоит только захотеть, с неба собрать. Блестящие стартовали с новым клипом с 10-й отметки русской десятки, опять же. На 9-м месте все без изменений. Слившиеся в творческом экстазе дискотека «Авария» и «Моральный кодекс». Их совместное исполнение хита «Небо». Звезд и облаков.
ветер. Уходят корабли, как закат торжественно печален. Там, внизу на земле, мы это видеть не могли. Мы сами себя не замечали. Так необыкновенно внизу проплывают моря. Впервые во вселенной только мы, ты и я. Летим высоко, любить друг друга в небе, мир звезд и облаков. Помаши мне рукой, мы на другой планете придумали любовь и свежий ветер. Когда я стану кошкой, на-на-на-на.
нашей жизни, когда я стану кошкой, на-на-на-на. Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой, на-на-на-на. Мария Ржевская, как и неделю назад, на 8-м месте. Ну а конкурс «Макдональдс I'm Loving It» в самом разгаре. Послушайте, что нам прислал Геннадий из Москвы. Обещаю, что у вас обязательно поднимется настроение. Я хорошо помню, когда меня в детстве принимали в пионеры на Красной площади, от волнения я забыл все слова пионерской клятвы. Уже подготовился к тому, что пионерам придется становиться в другой раз. Вот позор-то. И тут выясняется, что клятва произносится хором. Так что мне пришлось просто пооткрывать рот в нужное время. I'm loving it. В новом сезоне у тебя есть шанс выступить на одной сцене со звездой и получить за это приз. В тотальном шоу «Уроки пения». Только на MTV. Sony представляет «Звездный караоке» на MTV. Скажите, что вы делаете, когда хотите получить удовольствие? Я определяю причинно-следственную связь между объектом и субъектом. Марс, когда тебе хочется? Путь к удовольствию, он, к сожалению, тернист и как-то все время связан с математикой. Белый шоколад Кэдбери с кусочками лимона и апельсина, хрустящими хлопьями, вафлями и карамелью. Только сейчас. Пикник «Экзотик». Твое личное лето. Ой, дорогой, я нам столько всего накупила. Лак для ногтей, помаду, тушь, туалетную воду. Ну, там клиники разные. Сколько осталось? Ой, ну я не знаю. А абоненты нового тарифного плана Prime получают точные данные о состоянии счета в любую минуту. Билайн GSM. С нами удобно. Куда едем-то? А знаешь, дорогой, поехали на автобусе, а? Время делать запасы. Только в этом сезоне шампуни Тимотей на целых 25% больше. По той же цене. Тимотей, запасайтесь подарками. Великолепный Nescafe Gold объявляет новый сезон золотой мечты. От трех банок Nescafe Gold с эмблемой акции три золотых ярлычка открываем, в Nescafe отправляем и плед вкушаем. Что-то мягкое, редкий цвет. Ах, какой плед! Первые 10 тысяч отправителей получат плед красоты удивительной. Для вас он наполнит теплом и уютом золотые минуты с Nescafe Gold. А еще 40 тысяч подсвечников в сезоне мечты. Понедельник блестит, вторник шелушится. Какие еще сюрпризы преподнесет тебе кожа? Новые линии Total Control от Clearasil. Устраняет жирный блеск, увлажняет, защищает от солнца, предотвращает появление прыщей, выравнивает цвет лица. Контроль? У меня все под контролем. Clearasil Total Control. Держу свою кожу под контролем. Стюнс, ты всегда можешь сделать больше. Сок лесных ягод и витамины заряжают энергией на целый день. Сделай на Тюнс больше. Где твоя травка, чувак? Крутые перцы. Чтобы уделать всех этим парням, мне нужен американский пирог. Смотрите в лучших кинотеатрах в ноябре. Крутые перцы.
смотри, Егор! Опа! Обувь 21 века. Куда популярнее, чем твоя? Всегда популярнее. Доброе утро, уважаемые! Зажигаем! Зачем топтать мою любовь? Небо, 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 небо. Зажигаем и поем дурацкие песни. Наша музыка. Наше радио. 101,7. О как! Тысячи мелодий для мобильных на www.gp.ru. Отправь смс с кодом мелодии на номер 4242 или на мегафон 3033. Получи хитовую мелодию. В один прекрасный день они поменялись телами. Я в твоем теле, ты в моем теле. Джимми Кертис в потрясающей комедии «Чумовая пятница». С 30 октября в лучших кинотеатрах. Не заплачу, не грузи, не утонет в речке мячик от Versace эксклюзив. Больше ничего не значит. Тук-тук, здравствуй, это я. Потерял ключ в кармане. Губы тают на губах. Не обманет, не обманет любовь. Паровоз мой на берегах. Здравствуй, лето, без тебя. На стеклянных остановках разлетаются звеня. Мимо сердца, мимо, мимо. Капли летнего дождя. Палитрина, палитрина. Любовь залетела. Дожди, пистолеты, любовь. Да вот, нам лучше с тобой расстаться. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, уже я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает. Как-то уж слишком спокойно все в хит-параде на этой неделе. Зверя, как и многие другие их коллеги, пожелали остаться на месте. Зато рядом с ними упавшие сразу на треть отметки вниз Леонид Агутин и «Отпетые мошенники». «Граница».
Ретопатье! Забрали куда-то, прямо из военкомата. Увезли, дали автомат, кидали. Ты прости, мама, что я был такой прямый, но я служить должен так же, как все. Забрали, но я в письме первом напишу все непременно. Ты прости, мама, что я был такой упрямый, не служить должен. Мамка, опять вернусь я на гражданку, ты поймешь сына настоящего мужчину. Ты поверь, мама, я не зря такой упрямый, ведь я служить должен. Говорят, одежду шьет, занимается стряпней какой-то. Решила вдруг зайти ко мне. С чего это? В 12, считай, ночью. Объявилась вдруг. Что ж она хочет?
Ну пусть только заикнется об этих двух, рот свой откроет тут в прихожей или позже на кухне. Да как она может вслух при мне говорить такое? Хотя нет, наверное, там что-то другое. Первый, ну не знаю, чисто цивильный, жирный, заточка, как в американском фильме. Доход стабильный, устроил ее в фирме, поднял зад и побежал в ювелирный. Второй, это вообще прозрачный свитерок с вырезом, полупидорок такой, гелем вылизан, кремом вымазан. Откуда вылез он? Из книги редких видов выписан. Пусть только заикнется об этих двух, чей-то брат, кому-то просто друг. Не переношу на дух. Веселая компания, ребята, короче, все понятно, очень приятно. Чё завожусь опять? Бред, прошло уже 100 лет. Слышал, что одежда какая-то там, фирма, еще кулинария, кафе. Чё, молодчина, значит, есть слове, значит, есть порядок в голове. Хуже ж никому не станет, воспоминаний хватит, этих нежностей, грубостей, всякой ерунды в сущности. Было время, я жил внутри таких глупостей. Встреча состоялась напряженная, восстановленные клетки были вновь поражены. Претензии застали врасплох, слеп, глуп, туп, скуп, груб, рэп, все вслух, вздох, всхлип, ты нет, а он смог. Просто вдруг врешь, от слез тушь, что ж, привел подруг, сук, стоп, без рук, не трожь, не трожь. Столик полетел к чертям, в стену пульта телека, сцена с вывернутыми карманами, истерика, пенальти, ногой по звуковой плате, половина группы на разорванном плакате. Двери с грохотом, соседи с ропотом, снова вот она, стеклить опять будет, кто потом? А ведь не так сильно сейчас, отвечаю шепотом. Прошлый раз вы помните, все приходит с опытом. Каста стоит на месте, на 5-м месте чарта. Зато Триплекс с бригадой продолжает свое восхождение вверх. Это их первый ролик в русской десятке, а новичкам, как известно, всегда везет. Но, правда, это правило чаще всего работает в казино, но и в нашей программе тоже есть своя рука судьбы. Вернее, много рук, которые дозваниваются и голосуют за любимых исполнителей. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И во всем этом прикрываю вас я. Стрелять по мне, а зацепит вас. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Бригада.
Смэш на этой неделе находится на третьем месте. А вот следующая история «I'm loving it» в квадрате. Вы только послушайте. День не задался с самого утра, будильник не прозвенел, фен сломался, бежала ловить машину, сломала каблук. Что было делать? Пришлось оторвать второй. Ворвалась в офис навстречу шеф. А с опозданиями у нас строго. Ну, думаю, все, приехали. А он мне говорит: где вы, барышня, такие модные туфли купили? Моя жена с ног сбилась, мне все уши прожужжало. Хочу и все. I'm loving it. У вас есть история получше? Условия конкурса I'm loving it в конце программы. Мэш, ваш путеводитель в мир самого современного, модного и невероятного. В этом выпуске развивается флаг немецкой моды, горячие ночи в Загребе, а также самое необыкновенное видео в нашей программе. Смотрите «Мэш» в четверг в 23.00 и в субботу в 12.30. Hello, Moto. Что вы делаете, когда хотите получить удовольствие? Так, удовольствие там... Очень другой вопрос можешь задать? Марс, когда тебе хочется? Вот только вот с этим делом, на самом деле. С тех пор, как появился супер-джинс, Аркадию Семеновичу пришлось сильно расширить свой ассортимент. Ведь всем нужно куда-то класть свой мобильный телефон. Никогда еще качественная мобильная связь не была такой доступной. Супер-джинс. Все входящие звонки со всех мобильных бесплатно. Прогресс. We'll be right back.
Motorola E365. Скоро в продаже. Hello, Moto. Душевно сегодня покопали. Душевно поработал, душевно отдохни. Старый мельник. Душевное пиво. Омса знает все о твоих желаниях. Что-то новенькое. Для моих зубов? Лучше. Новый Orbit Vita с экстрактами ромашки, шалфея и мирры заботится не только о ваших зубах, но и о ваших деснах. Новый Orbit Vita. В здоровых деснах здоровые зубы. Босс Интенс. Новый аромат для женщин. Так мы веселимся или как? Мы веселимся или как? Каждую неделю в пачках Лейс ты сможешь найти 50 тысяч рублей. А если соберешь сумму в 500 лейсов, мы обменяем их на 500 настоящих рублей. Лейс, удача! Стань богаче! Диджей Цветков! Твоя энергия! CD и кассеты уже в продаже! Ой, так ты и есть заколдованный принц! Я самый! В подсказке я тебя должна поцеловать, с чаром конец! Принцесса, я бы лучше хлебнул энергетического напитка Red Bull. Тело и дух он укрепляет, как в сказке. Возьми, лишь бы ты опять стал прекрасным принцем! О! Ой, ты в самом деле прекрасный принц. Какой красавец. Постой, ну куда же ты? Пробегусь, посмотрю, нет ли тут еще парочки другой принцессок. Ну вот, улетел. Все принцы одинаковые. Red Bull огреляет. Родственники? Да нет. Представляешь, в ресторане дал денег, песню заказал, а они до сих пор за мной ходят и поют. Что оплачено, то навсегда. Для абонентов нового тарифного плана B+ Time время действия карты платежей не ограничено. Билайн GSM. С нами удобно. Свет, ты музыку любишь? Радио 106.6 FM. Последний штрих в твоем стиле. VK Mobile. Она возвращается. Обалдеть! Это мы! Блондинка в Законе 2. Кинотеатр «Стрела», «Мечта», экран «Аврора», «Ладога», «Солнце» в Тбилиси. Вау! Какой оранжевый!
насмешек, сироп глюкозный. Хочу глотнуть, хочу я съесть и утонуть. Какао тёрты, твои веснушки, вокруг тебя всегда подружки. Такие сладкие, все в карамели. Держись в руках, я еле-еле. Твои батоны. Будет в шоколаде, будет в шоколаде, будет в шоколаде. Сегодня день, а понедельник. Сегодня я как холодильник. Дай сохранить тебя, дай заморозить. Потом согреть и поэлозить. Какая ты суперпитательна. Ты очень сладкая и привлекательна. Я заряжаюсь от тебя. Ну почему ты не моя? Твои батоны, они же булки. Лепень подруга, домой. Меня с прогулкой, я буду ждать. Тебя в засаде, у нас все будет. Когда-нибудь в шоколаде тебе со мной. Ну чё ты, крошка, давай дружить не понарошку. Хочу быть строже, но не поможет. Я опять твержу одно и то же. Твои батоны, они же булки. Не кинь, подруга, меня с прогулкой. Крути, диджей, свои вертушки. Давай музон на всю катушку. Будет в шоколаде, вау! Твои батоны, они же булки. Лепень подруга, домой. Меня с прогулкой, я буду ждать. Тебя в засаде, у нас все будет. Когда-нибудь в шоколаде тебе со мной. Твои батоны, они же булки. Лепень подруга, домой. Меня с прогулкой, я буду ждать. Как вы видите, все спокойно на втором месте русской десятки. Михаил Гребенщиков продолжает удерживать эту позицию. Говорят, он собирается на этом самом втором месте хит-парада открыть настоящую булочную. С нетерпением ждем этого события и смотрим еще раз на всех участников хит-парада этой недели. Бананы, кокосы. Врасплох, слеп, глуп, туп, скуп, груб, рэп, все в слух. Странная пассивность наблюдается в рядах наших участников. 6 позиций русской десятки остались за прежними игроками. В том числе и первое место. Там все еще Валерия Меладзе и Виагра. Если так дело пойдет и дальше, все участники хит-парада впадут в спячку. И нашу лавочку придется просто до весны прикрыть. Так что, чтобы этого не происходило, друзья, не тормозите, пожалуйста. Голосуйте по телефону, который сейчас на ваших экранах. Заходите на наш сайт www.mtv.ru. Там вы тоже можете проголосовать. Ну а дальше смотрите нашу программу, смотрите результаты и читайте печатную версию «Русской десятки» на страницах еженедельника МК «Бульвар».
это недолго. И беги себе, беги. Слушаю, слушаю, слушаю жадно. Не спеша, не дыша и деликатно. Из неба смело и гордо вытекали две реки. Невера, невера, невероятно. Будто но, будто на и непонятно. Одна река была как белый день, другая черная, как ночь. А волны третьей были пламенем, но ожидала их одно. Недолго наблюденье моряка. Слушаю, слушаю, слушаю жадно. Не спеша, не дыша и деликатно. Все реки рано или поздно попадают в океан. Невера, невера, невероятно. Круто, но путано и непонятно. Одна река была как белый день, другая черная как ночь. А волны третьей были пламенем, но ожидала их одно. Присылайте свои истории.